На коммунальном мосту в Красноярске обрушилась пешеходная лестница, которая ведет на остров отдыха. Она выходит на крышу административного здания, уже дальше предусмотрен спуск вниз к центральному стадиону. Разрушенный оказался край пролета вместе с перилами бетонной конструкции. Как рассказали в департаменте городского хозяйства Красноярска, это место будет огорожено сигнальной лентой, появится предупредительная информация. Ремонт пролета начнут только в следующем году вместе с реконструкцией самого коммунального моста.